Что приносит больше всего? Прокат. БТКТМ приносит больше, чем китайцы? Если из расчета на мотоцикл, то да. А, я работал в Улбойсе, вот, ребята предложили открыть бар в эндуро. Методика – это систематизированные знания. Это такой подход, упорядоченный к педагогическому процессу, процессу обучения человека. Геленджик 2022 год, парни. Ну, не самый лучший результат команды, я так понимаю. Нет, у нас нет контракта ни с одним китайским брендом. Я вижу у тебя в прокате огромное количество ботинок Гаернов. Это что, все, кто приходит к вам в прокат, получают мотоботы Гаерн? Все верно, и уже не первый год. Соколов должен был ездить на бете. Да. Зачем ресторан? Ну, вопрос... Чтобы я мог сюда позвать команду «Все в эндуро», мы записали классное интервью в красивом месте. Амбициозно. А потом вечером здесь все вместе отметить. Двенадцать лет назад он приехал с Челябинска. Так же, как и мы сейчас в Сочи. Просто прокатиться на лыжах, посмотреть, что вообще за регион и как здесь все было устроено. Остался здесь надолго и создал, наверное, один из самых лучших прокатов, который сейчас существует в России. Да какого же проката? Целую экосистему, про которую мы сегодня вам расскажем. Ребята, Эндуро 23. Наконец-таки мы добрались до Сочи. Расскажем вам про основателя этой компании, расскажем, кто он такой, чем он занимается вообще, какие у него мысли в голове, и он даст вам пару действительно серьезных и мощных советов, которые позволят вам, ну, если не повторить его успех, то, как по крайней мере, приблизиться. Ребята, вы на канале «Все в эндуро». Сегодня целая экосистема «Эндуро 23». Мы начинаем. Когда ты попадаешь в «Эндуро 23», у тебя просто открывается рот от того, что, как здесь все это сделано круто. И когда ты находишься здесь и пользуешься их услугами, ты понимаешь, что, блин, ребята, это просто вышка. Чем больше таких будет прокатных сервисов, тем, естественно, конечно же, будет больше нас с вами, людей, которые вошли в эндуро так, как должно было быть. Качественная техника, хорошая экипировка, все продумано, существует методика обучения. Хотите видовые маршруты, хотите маршруты хардовые, хотите профессиональный уровень, хотите только новичков, хотите вообще, вон, садитесь в ресторан и ешьте в баре вкуснейшие бургеры от лучшего, наверное, шеф-повара Поляны. И это все вот скомпилировано здесь, в «Эндуро 23». Представьте себе торговый центр, который посвящен полностью мотоциклам, экипировке, запчастям и вот всему этому нашему с вами любимому. И такое есть, ребята. Это Формула X. Формула X, друзья, это настоящая экосистема, в которой собраны абсолютно все лучшие бренды. И вот многие из вас жаловались, что типа для эндуро и для кроссов в Формуле X ничего нет. А вот здесь неправда. Вот есть, например, такой магазин, как Кросс Эндуро, недавно открылся Формула X. Но Формула X — это не только экипировка, запчасти и мотоциклы, это еще и настоящий праздник. Помимо того, что Формула X более 100 мотомагазинов, теперь в ней есть настоящая аллея звезд мотоспортсменов. А еще парни регулярно устраивают праздники и мероприятия, поэтому обязательно подписывайтесь на их инстаграм, который я оставил в описании. Двенадцать лет назад ты приехал в город Сочи кататься на лыжах в качестве инструктора. В качестве специалиста по горнолыжному оборудованию. Так. Который помогает людям организовывать прокат. А, еще выше. Значит, хорошо. И 7 лет назад создал «Эндуро 23». Совершенно верно. «Эндуро 23» — что это? «Эндуро 23» — это школа, мотопрокат, это команда. Это спортивная команда, это методика. Это ресторан. Это ресторан, это магазин,
это мастерская, это зона переодевалки, удобные души, ну, это зона хранения. Это про квадратные метры. Да. Еще Эндуро 23 – это сильная команда специалистов. Куда ты можешь прийти, сдать своего ребенка, отдать, и быть уверенным, что через час ты его получишь счастливым. Где ребенок 6-летний через 15-20 минут уже один катается на площадке на бензиновом мотоцикле. Хочу поделиться впечатлением от этого места. Знаете, здесь каждый сантиметр пропитан любовью к мотоциклам. Ну, руководитель-то, он по-настоящему фанатично относится к эндуро. И все он, вот каждая мелочь пропитана. Вот вроде бы приходишь в ресторан, казалось бы, ресторан, ну что тут может быть? А нет, крылья Hell's Gate и какие-то там салаты Романьяка. И все это в каждом, наверное, точке контакта, когда ты прикасаешься и находишься здесь. Это очень странно. В основном, когда общаешься с персоналом, вроде бы ребята, ну, которые работают за зарплату, они же приходят, в конце концов, на работу, но нет. Все равно чувствуется вот эта вот отдача, энергия, любовь к мотоциклам. Такое ощущение, что они работают не за зарплату, а за какую-то возможность покататься на этих мотиках. И это очень странно. Для меня, как для руководителя, знаете, ну, вот как это обычно, типа, делаешь так, хорошо, делаешь вот так, плохо. Здесь такого нет. Каждый как-то вот сам знает, что нужно делать. Понятно, что подобная модель выстроена в каких-нибудь там Google, Авито и прочих крупных компаниях, где не прессуют персонал, а скорее просят и сами дают им возможность развиваться. Вот здесь именно так. То ли сочинский вайб, то ли действительно высокая грамотность руководства, но то, что здесь это есть, это факт. Что приносит больше всего? Прокат. Эмоции или денег? Денег. Денег прокат. А сколько мотоциклов в прокате? Больше 40. Все твои? Да. Какие из этих мотоциклов приносят больше всего? Марки. Ну, все приносят. Бета, КТМ. Бета, КТМ приносят больше, чем китайцы? Если из расчета на мотоцикл, то да. Но они и дороже. Ну, естественно, точка входа дороже. Да, у нас ты можешь прийти, взять Beto X-Trainer 22-го года в прокат и поехать покататься, попробовать и посмотреть. Слушай, и потом заказать. 40 мотоциклов. Больше 40. Больше 40. Сколько процентов китайцев, сколько европейцев? За исключением 7 мотоциклов. Все остальные китайские. И еще 2 детских, 2 Ямахи. А, то есть все-таки про китайцев. Про китайцев. Да. А все-таки деньги делают китайцы. Да. Какие из них требуют к себе меньше внимания? Я видел, у тебя есть Zoom, я видел, у тебя хороший есть вопрос. BRZ. Нам удобнее работать на BRZ. Ага. Почему? Это контракт? Нет, у нас нет контракта ни с одним китайским брендом. Я знаю, что ты пытался что-то такое сделать. Я пытался такое сделать с Zoom, с BSE. Нет. Ну, ребята пока не понимают перспектив все. С BRZ или с BSE? BSE. Ага. Так почему BRZ? Так как мы покупаем мотоциклы, те, которые нам нравятся, мы покупаем BRZ сейчас. То есть категории... они вам реально нравятся? Они реально нам нравятся. Я считаю, что они одни из лучших в категории 172-й мотор. И вот простая конструкция. Чем это не лучше? Они красивые. У них надежные запчасти сразу стоят. И они еще зеленые, скажи. Были зеленые, сейчас они просто топовые. Ага. Они черно-блестящие такие. У них сразу идут с завода хорошие комплектующие. То есть моторы ходят 300 часов и больше. У них хорошие ручки. Переключатель КПП, ручки тормоза, ручки... Хорошие, они живут дольше, да? Они живут дольше, и они сделаны из качественного материала. У других марок ты покупаешь мотоцикл, сразу выкидываешь карбюратор, ставишь нормальную цепь. БРЗ-то приходят сразу комплектованные хорошими запчастями. Геленджик 2022 год, парни. Ну, не самый лучший результат команды, я так понимаю.
сравнить. Ну, как бы, получили опыта. Планерка была у нас там нормально так. Геленджик, да, такой получился, я бы сказал, немного провальный, но мы извлекли из этого опыт. Опыт не только, который извлек Алексей, но и в целом опыт по организации выезда команды туда. И много полезных нюансов. Я слышал, что Соколов должен был ездить на бете. Да. Его брали в команду российскую к Гаврилову и Черняеву. Вот. И мы уже продали его КТМ и ждали бету. Но бету мы не дождались, и в итоге я отдал ему свой мотоцикл, и он сейчас опять на КТМе 300. Ты, я так понимаю, живешь здесь с февраля. Да, недавно. Да. Значит, ты переехал с Крыма сюда и тренируешься, и, собственно, там. Работаю, тренируюсь здесь. Здесь? Да. Значит, я так понимаю, что ты выступал на этом самом, на Геленджике за команду «Аванис». Да. Какие результаты? Четвертое место? Четвертое место в общем зачете в серебре и первое среди китайцев. Угу. Подскажи мне, пожалуйста, планы оставаться в компании «Аванис» или все-таки уйти в «Эндуро 23»? Наверное, уйти в «Эндуро 23». Ага. То есть тебе здесь ближе-то? Да, да. Как бы все классно, но хочется со своими больше. Угу. Скажи, пожалуйста, ты, работая в Крыму, ты работал поваром? Да. Да, ты работал в холодном цехе или горячем? Сначала вообще на заготовку, потом на холодном салатике. Есть ли планы у твоей компании и у каждого руководителя отдела? Финансовые планы. И вот как построены по процессы? По финансовым показателям есть. У каждой структуры в прокате «Эндуро 23» есть руководитель, и у этих руководителей есть финансовый план. По финансовым показателям. Я вижу у тебя в прокате огромное количество ботинок Гаернов. Это что, все, кто приходит к вам в прокат, получают мотоботы Гаерны? Все верно, и уже не первый год. В этом году мы обновили полностью наши мотоботы на фирму Гаерны. Но это же дорого. Это вот. Дорого, да, но мы за качество и самое главное за безопасность наших клиентов. Слушай, а что больше всего... На что обращайте внимание? Ну вот, окей, с экипировкой, ну там, что подешевле, я так понимаю? Ну, экипировка не то, что подешевле, а что есть больше в наличии, наверное. Угу. Вот, берем даже среднюю экипировку, не дешевую. Угу. Сейчас будем переходить, уже идет нам партия, именно брендованная экипировка «Эндуро 23», угу. Вот, чтобы было все прям на высшем уровне. И, подожди, значит, с ботинками понятно, а с коленями? Колени пока используем, так сказать, бюджетные варианты. Это ага. У нас фирма «Скойка» и фирма «Атаки». Ребята приезжают, так скажем, прорайдеры, бывают, забывают колени, бывают, просто разбираются, что это такое. Мы можем предоставить и шарнирные колени, и поды, и, ну, большей части поды. Угу. Есть как бы за дополнительную плату можем предоставить шарнирные колени. А я так понимаю, черепахи тоже Alpinestar, то есть смотрю. Да, есть и полная, так скажем, защита тела, есть и просто щитками. Как бы это все на усмотрение клиента. Мы предоставляем полную экипировку, полный комплект. Как профессионал профессионал. Да. Что изнашивается больше всего? Сколько ходит мотоботы, сколько ходит шлем, экип? Больше всего изнашивается это у нас именно форма. Ага. Это у нас штаны и джерси. Потому что часто небольшие падения, ну, да. Вот, они рвутся. Там часть экипировки, которую можно восстановить, мы восстанавливаем, ну, чтобы был эстетический вид, и меняем. Потом следующее у нас идет, скорее всего, это колени. Вот, просто они не совсем прям качественные, угу. И они быстро изнашиваются. Боты мы выбираем Гаерны, чтобы они и защищали, и они как бы стойкие к воздействию. Сейчас шлем. Среды. Шлема сейчас мы перешли на вот такие шлема. Атаки. Да, легкие. И
клиент как? Клиент хочет свежие, свежие шлема. Он не хочет старые, даже и пускай это будут... Шои. Шои, да, но они также изнашиваются, также их нужно обслуживать, и мы пришли к выводу, что просто нужно новые покупать и каждый сезон менять. Каждый сезон меняете шлем? Да. А что со старыми? Раздаем. Методика – это систематизированные знания. Это такой подход, упорядоченный к педагогическому процессу, процессу обучения человека. Uh-huh. Обучению человека. Не дрессировки животного, а обучению человека. И вот методики расписаны с объяснениями, с биомеханикой, с какими-то процессами внутренними. Биомеханика – это особенности человека. Uh-huh. Да? И когда ты рассказываешь биомеханику, становится понятно, почему такая форма у этого мотоцикла. Почему такие формы, да, почему здесь расширение бака, почему здесь расширение, да, почему, ну, для чего это сделано? Потому что это продуманная система уже. Просто никто не объяснил, как это работает, как правильно находиться на мотоцикле. Кроссмены знают, но у нас не мотокросс, у нас эндуро. То есть ты можешь 5 дней подряд или 4 дня подряд по 8 часов выживать на этом мотоцикле. Вот, человек должен на нем выживать. И здесь очень важен психологический подход. Очень важен. И во время обучения, так как у нас экстремальный вид спорта, также необходимо внимательно подходить к состоянию человека, к тем процессам, которые в нем происходят. Если он боится, устал, да, он, упражнение с балансом требует тоже особого подхода, потому что баланс, ну, 10-15 минут, все, потом нельзя. И ты смотришь, конечно. Дальше нельзя продолжать эти упражнения, потому что работа с тонким балансом, это работа с мышцами-стабилизаторами. Они не настолько у нас развиты, и они не выдерживают дольше. Ты видишь, что человека начинает вести, сразу останавливаешь процесс. Надо ему отдохнуть, потом продолжать. Не нужно доводить до ошибок. А как же легендарное «не убрался, не потренировался»? У каждого свой подход, пожалуйста, можно и так. Что такое вообще гоночная команда, в вашем понимании? Вот, Серег, ты как руководитель гоночного подразделения «Эндуро-23», что это такое? Это зарплата парням, это обеспечение, это автобусы, это спонсоры, что это? Если в общем, то есть это выделенное направление нашего проката. Да, ребята тренируются, то есть их снабжают. Нас ругают. Вас реально ругают? Конечно. Без этого? Серьезно? Без этого никак. Без этого тоже никуда. То есть, да, у ребят есть, хоть и небольшая пока, но все равно зарплата. Вы приобрели Самсонова на последнем драфт-окне, я так понимаю. Расскажи про это. Ведь вы купили его у Avantis? В общем, знакомство наше с Альбертом произошло еще в том году. Мы посещали Крым и случайно встретились там в лесу. Пообщавшись как-то, ну да, где встречают все эндуристы. Пригласили его к себе, то есть покатались. Ну, у Альберта были планы переехать, то есть мы его пригласили к себе. В вашей команде как-то регламентируется время тренировок? То есть вы говорите, мне нужно, чтобы подготовиться к этой гонке, провестись за эту неделю там 5 тренировок. Или как это происходит? Ну вот, лично у меня есть зал, есть мотик. То есть в зале у меня тренировки устанавливаются, соответственно, тренером. То есть он говорит, например, месяц там, работаем на физу, неделю, 4 занятия. Хочешь, не хочешь, выживай. На мотоцикле, в принципе, так же, в Польшу, Сергей нас мучает. Ну, на мотоцикле, наверное, больше от психологического состояния. Все-таки, если ты не хочешь ехать, ты, ну, в лесу особо не потренируешься. То есть в зале ты еще можешь, да, себя как-то заставить, там, тягать, и то тоже трудный вопрос. А на мотике, например, я, если, ну, что-то внутри не так, да, мысли вообще где-то. В небесах летаешь, очень тяжело собраться. То есть, ну, как бы стараешься вот работать, чтобы всегда было нормальное настроение, чтобы
как можно больше провел тренировок. Ну, в среднем, так, в неделю где-то 3 тренировки в зале, 3 тренировки на мотике. Сереж, это работа мечты. Гоняй на мотике, тебе покупают резину, мусы, тюблисы, ставят тюнингованную подвеску. Как попасть в эту команду? Что для этого нужно? Чтобы попасть к нам? Да. Я думаю, это нужно работать у нас. Показывать. То есть быть тренером-инструктором? Ну, изначально да, я думаю. Значит, нужно здесь где-то жить. По-другому никак. Конечно. Ну и дальше показывать хотя бы начальные, минимальные какие-то результаты. Дальше... Результаты чего? Подтягивания на перекладине? И что в нужно? Целом общей физической подготовки и навыки езды на мотоцикле. Из этого уже складывается общее состояние, так сказать, человека. И дальше может произойти чудо, так сказать, и он попадет в команду. Ребят, вы вчера, я знаю, были в гонке здесь местного значения и заняли весь подиум. Первое, второе, третье место. За это вам команда какую-то премию, вы что получаете? Бонусы? Ну, это гонка местного формата. Это не такая серьезная гонка. Поэтому тут ничего? Мы просто выехали покататься в кайф вот, на время. Ну, хотя бы выходной получаете, не надо будет тренироваться или наоборот? Ну, смотря какая гонка была. Например, мы вчера проехали, как бы. Мы приехали сюда, в принципе, живые, здоровые, как огурчики, все, идите, работайте. Ну, как бы, это я условно говорю. Нет, мы проезжаем гонку, в принципе, у нас есть какие-то, ну, там, свои установленные, да, призовые. То есть, как бы, мы не остаемся, типа, без благодарности. Ты руководитель проката. Значит, точно знаешь все цифры. Ну, можно и так сказать. Да. Сколько примерно в неделю вы катаете? Людей. Да. Клиентов. Тяжело на это ответить, потому что все зависит от сезона, от погоды и много-много-много факторов, влияющих на приезд этих людей. Ну, скажем так, что человек 300, наверное, катаем. В месяц? В месяц, да. В неделю будет человек, ну, 100 будет. Вот так? Да. Ну, это, опять же, от сезонности зависит. Может вообще никого не быть. Неделю может никого не быть, мы будем обслуживать прокат, пересматривать экипировку. Окей, мотики, которые у тебя в прокате. Да. Какие чаще всего ломаются? Больше всего, так скажем, требуют обслуги, это китайские мотоциклы. Ну, понятно. Ну, их в основном просто у вас больше всего. Да, потому что, так скажем, проще найти эти детали для обслуживания. Ну, и дешевле. Ну, если объем высчитывать и сколько они ездят, то получается, да, дешевле. Потому что китайские мотоциклы чаще, так скажем. А из китайских мотиков что чаще всего ломается? У китайских мотоциклов чаще всего ломается. Короче, китайские мотоциклы чаще всего ломаются, наверное, те, которые старые. Нет. Китайские мотоциклы у нас сейчас то же самое произошло обновление. Сейчас у нас фирма BRZ, 250 кубовые. Ну, это так скажем. Кстати, Лев ее очень хвалил. Хорошие мотоциклы, хорошая комплектация у них, хорошее оснащение. Вот. Сыпаться они не сыпятся, ну, как и все китайские мотоциклы, вибрация на них и откручиваются те или иные детали. Есть там. Да. А как бы такого, что все, мотоцикл стал и не ездит неделю, какая-то тяжелая, сложная поломка, такого не бывает у нас. Все такие мелкие детали, как рычаги, рули, да, происходит падение, гнутся, в этот же день меняются, и в следующий день они уже опять в строю. Знаю тебя еще с Олдбоя, что ты там просто был боженькой, что касается вот этих всяких хиллсгейтов и прочего. Значит, как тебя угораздило оказаться здесь? Это же один из самых, наверное, крупных трансферов в истории города Сочи. Да.
Ну, а как, правду говорить? Да, говори правду. Правду говорить. Ведь можно было уехать в Москву с твоим талантом? Да много куда можно было уехать, но просто, блин, как, с чего начать, да? А, я работал в Улбойсе, вот, ребята предложили открыть бар в Эндуро. Типа классная концепция, мы встретились, пообщались, я посмотрел на людей, был, ну, для меня это новый контингент все равно, потому что большинство здесь ребят спортсмены, вот, большинство ребят как бы байкеры приезжают, то есть мне, ну, доводилось с разным контингентом работать, здесь такой отдельный, вот. У меня кухня как более авторская, то есть я больше молекулярно убиваюсь, вот так вот. Ну, интересно было попробовать, почему нет. Начали работать, начали с мексиканской кухни. Не всем начало заходить, потому что вот как Hell Gates и все острые перцы, которые нам приходят из Испании, люди не все могут есть. Вот, то есть мы там под роспись писали, чтобы прям потому что было остро. Вот, начали экспериментировать с кухней. Начали пробовать на спортсменах, которые здесь тренируются. И все, и людям как бы начало заходить. Вот. Скажи, пожалуйста, для тебя это место, это как бы, ну, это мотики, как бы ихняя тема. Ты здесь отвечаешь за кухню. Да. Что для тебя здесь является точкой роста? Что будет с этим местом через там, год? То есть это вот все, что мы сейчас видим, это все будет заполнено, или это в принципе такое? Нет, я уверен, что ну, кухня у нас растет. То есть я ну, вижу же, как люди какие к нам приходят. Я вижу, что у нас меню меняется. Да, ну, смотрим тоже по людям. Просто здесь нет определенных рамок, как в остальных заведениях. Тут нет смысла заработать. Мы стараемся не накручивать на ценах, потому что как бы, ну, нас ничто не давит. Мы находимся в таком месте, где нас ничто не давит. Если я захотел заказать, например, хорошие продукты, мне в этом никто не отказывает. И продаем тот же бургер, да, который мы придумали, эндур, там, с луковым вареньем, там, камамбером. Вот. Нам не надо на него накручивать большую цену, и что может не каждый этого попробовать. А здесь мы экспериментируем, мы готовим, как бы меня никто не зажимает в рамки. Я готовлю, что захочу, я делаю, что захочу, как бы, и от этого получаю только удовольствие. Вот, и все. Как бы. И я знаю, что дальше, ну, как бы, у меня очень большая база и очень много идей, которые я здесь еще не полностью могу открыть, потому что нужно больше людей. Чем будет больше людей, тем я буду сильнее и сильнее здесь раскрываться, это точно. Бро, почему не Москва? Ну, ну почему не Васильчуки там, или какой-нибудь, там, не знаю, Рапопорт? Ну, во-первых, мне нравится больше Сочи. Ну, типа, люди сюда приезжают отдыхать, а я здесь живу. Или это просто ради проекта? Да не то, что ради проекта. Я делаю то, что мне в кайф. Вот мне это сейчас в кайф, мне это нравится, я от этого получаю удовольствие. Все, я работаю. Если это меня напрягает, то как бы я не буду ничего делать. А здесь я получаю удовольствие. Давай так, вы сдаете мотоцикл в прокат, и фактически ваш бизнес, насколько я понимаю, устроен следующим образом. Вы сдаете один моточас, и чем там дороже ты его сдашь, тем как бы круче. А все остальное это надстройки, рестораны, там вот это все. Все не так. Так, хорошо, давай как? Ты опять про квадратные метры? Ну, конечно. То, что можно пощупать. То, что можно пощупать... Это то, что человек, когда приходит к нам, он получает, во-первых, безопасность. Во-вторых, он получает хорошего инструктора, за которого мне не стыдно, за которого я несу ответственность. Я его готовлю. И я знаю, что он, ты приедешь, и он тебя научит. Угу. Практически на любом уровне. Ты будешь, ты спросишь, а как вот это сделать? И он тебе расскажет, научит и закрепит этот навык, если угу. ты захочешь. Угу. Это безопасность. А ты видел нашу экипировку? Да. Видел? У нас уровень, ну, у меня ботинки Гайерны в прокате люди получают. Ну, тебе говорит о чем-то? Ну да, конечно. Там базовая модель 27 тысяч, да? Вот она у нас в прокате. Эмоции ты получишь в любом случае. Ты получишь навыки, ты получишь безопасность, ты вернешься к нам еще. Ты получишь постсервис полностью. Получишь такую кухню, ты знаешь. Да. Или, например, ты придешь, и у нас горячие душевые.
У нас зона переодевания, она охлаждается или нагревается в зависимости от сезона. Там будет комфортно, тепло. Но ты сам получишь сейчас, весь сервис. Ты сейчас сам скатываешься до квадратных метров, рассказывая о бойлерах и кондиционерах. Но когда я тебе рассказал про эмоции и про постсервис, ты получишь все. Хочешь квадратные метры – считай в них. Хочешь в эмоциях – в них. Хочешь в навыках – пожалуйста. Безопасность – пожалуйста. А как вы считаете навыки? Вот ты здесь в кулуарах мне говорил о том, что ты гордишься ребятами, которых ты тренируешь. Да. Да, значит, ну круто. Но и вашу команду часто я вижу на соревнованиях. Да. Да. Как вы считаете, не знаю, какой-то KPI у инструкторов? Типа, кто больше взрастит спортсменов или кто даст больше навыков? Что это? Эта методика, она работает у всех. Это методика, по которой преподают мои тренера, инструкторы. И она работает. И как показатель этой методики, то, что она работает. Например, Алексей Соколов, который с самого начала со мной. Это мой друг, и он, ну вот, наш показатель, пожалуйста. А зачем вам команда спортивная? Она же только тянет вниз. Ну, я знаю, что... Команда спортивная тянет наверх. Наверх. Конечно, все инструктора а смотрят. А расходы? Ну, расходы, они, да, они есть, конечно. Ну, то есть... Конечно, они будут. Ну, давай так, сколько стоит команда в месяц? Ну, в районе 200 тысяч пока. Это место создано с большой любовью к мотоциклу. Каждый предмет интерьера продумывался, придумывался, а иногда и создавался на заднем дворе ангара Enduro 23. Создавал интерьер в Enduro 23 Кирилл, известный фотограф, который, как и все, приехал как-то в Сочи и остался здесь жить. Enduro 23 – это не бизнес, это скорее место, объединившее талантливых людей. Отсюда такая легкость во всем, отсюда такая страсть к развитию, отсюда такие простые взгляды на сложные вещи. Резюмировать одним словом, что такое Enduro 23, нельзя. Это и прокат более 40 мотоциклов, и сервис, который работает почти круглосуточно, чинит все, и хранение огромный ангар, и обучение любые инструктора, и ресторан с лучшим шефом поляны, но это все квадратные метры. Enduro 23 – это скорее люди, которые так же, как и мы, болеют мотоциклами. Вы были на канале «Все в Enduro». Телефончик парней оставляю внизу. Можете позвонить Льву, проконсультироваться по всем вопросам, что касается каких-то либо прокатов и идей. Он, кстати, очень коммуникабельный человек. И, конечно же, оставляю телефон непосредственно Enduro 23, чтобы по промокоду «Все в Enduro» вы могли приехать сюда, получить скидку и как минимум прочувствовать эту атмосферу, которую мы вам чуть-чуть, но все-таки, надеюсь, передали. Спасибо.